Хочу сейчас исполнить песню из своего второго альбома. Называется она «Маяк». Знаете, она песня это... Да. «Маяк» всегда вызывает вот такие эмоции. Слово такое, знаете, смотришь и сразу... Вы знаете, эту песню, это единственная песня, пожалуй, такая в моем исполнении, слова, которые я написал сам, поэтому немножко стесняюсь, но сыграю сейчас все-таки, спою эту песню. Любовь была, такую ты ждала.